Еще месяц назад здесь не было ни души. Да и зачем бродить по заброшенной территории? Местные предприниматели решили дать новое дыхание этому месту и оборудовать его под торговые точки. Пришлось его расчищать от мусора, бетонировать площадку, где-то подпиливать немного деревья, веточки, проводить электричество, воду, канализацию, ну, делать дорожную разметку. Все усилия были не зря. Первая торговля началась 31 июля. Новый рынок сразу понравился жителям Ацесты, ведь вся продукция кубанская, да и фермеры свои. Ольга Сокол, например, приехала из Тихорецка. У нее своя пасека. В Сочи она привезла самые лучшие букеты меда. Говорит, и покупатели идут, и место для работы комфортное. Конечно, нам очень приятно, что нам разрешают и создают условия такие. Вот, ну, водичка есть, свет есть, охрана есть, все чистенько, все красиво. Нам очень нравится, так что будем с удовольствием приезжать. Люди узнают уже, в тот раз брали, говорят, придем еще. Сейчас доедим, придем еще. Сейчас мужчина подошел, да что у вас такие цены? Вроде бы как не мед, так удивленно глянул. Цены здесь действительно на порядок ниже. Та же голубика за килограмм 300 рублей. Учредители торгового комплекса ежедневно проводят мониторинг, чтобы фермеры выставляли цены в соответствии с рыночными требованиями. Ассортимент товара большой: фрукты, овощи, мясо, рыба, молочная продукция и многое другое. Ассортимент очень хороший, цена вообще прекрасная. И качество продукции, благодаря продавцу, дала попробовать всю продукцию. Очень даже устраивает. Очень удобно. Сделана ярмарка в двух местах. Все свежее, хорошее. Мы все довольны. Рынок находится в районе Старой Мацесты по дороге на футбольные поля «Спутник». Для удобства посетителей здесь предусмотрены две парковки на несколько десятков машиномест. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.